этого дня мое здоровье, мое право. Право на хорошее медицинское обслуживание, на хорошую питьевую воду, на чистый воздух. Но опять-таки не забываем про собственную ответственность. То, что мы с вами отвечаем за свое физическое, психическое здоровье. И сегодня, как нельзя кстати, мы собрались на территории компании, которая этим и занимается. Продвижение культуры поддержания здоровья. Привлечь внимание людей о том, что можно все изменить и изменить все к лучшему. И сейчас вашему вниманию небольшой фильм о компании, чтобы быстрее познакомиться с этим прекрасным явлением. Компания Фохоу, компания Феникс. Впитала в себя богатство элементов культуры многих народов из разных стран мира, сформировав свою уникальную корпоративную культуру и систему ценностей. Миссия нашей компании – распространить культуру поддержания здоровья и долголетия Яншен, подарить возможность счастливой и здоровой жизни каждому жителю планеты. Компания Фохоу расширила свою деятельность до 88 стран и регионов мира, в которых открыто более 1800 офисов и представительств. За это время компании Фохоу присоединилось более 1 миллиона партнеров и 10 миллионов потребителей продукции. Такой блестящий успех стал возможен благодаря грамотному руководству господина Ю Фэя, основателя и президента корпорации Фохоу, председателя благотворительного фонда «Надежда». Он стал первым, кто интегрировал традиционную китайскую медицину в мировую индустрию здоровья. Он посланник традиционной культуры Яншен во всем мире и основатель движения Фэнду, которое получило мощную поддержку среди партнеров из разных стран мира. Он смелый руководитель, который ведет компанию Фохоу в достижении лидирующих позиций в мировой индустрии здоровья. Корпорация Фохоу – это инновационное биотехнологическое предприятие закрытого цикла, которое занимается разработкой, производством и продвижением уникальной Яншен-продукции во многих странах мира. 1999 год. Господин Ю Фэй основал корпорацию Фохоу. 2001 год. Создан научно-исследовательский институт Яншен Фохоу, который возглавил академик Тан Ю Ши. 2007. Компания открывает филиал в Москве и начинает свою деятельность на международной арене. Карьера Фохоу начинает стремительное развитие в десятках стран Европы, Азии, Африки и Америки. 2008 год. Основан благотворительный фонд «Надежда Фохоу», который начал свою деятельность под девизом «Искренняя любовь не знает границ». 2013 год. В компании появился первый амбассадор. В 2018 году началась новая веха развития корпорации Фохоу в рамках стратегической инициативы господина Ю Фэя «Новое десятилетие, новый старт, новая модель бизнеса». Корпорация Фохоу непрерывно расширяет горизонты и покоряет новые вершины. Ее стремительный успех основан на 5 преимуществах. Современное высокотехнологичное производство. Основные производственные базы корпорации Фохоу используют современное передовое оборудование и полностью автоматизированные производственные линии. Тщательный контроль процесса производства с многоуровневой проверкой каждой партии гарантирует качество продукции на каждом этапе производства. Полученный международный сертификат FDA, международный сертификат халяль, международный сертификат кошерности, сертификаты качества продукции в Российской Федерации, странах Евразийского экономического союза, Евросоюза и странах Африки. Первоклассная команда руководителей компании. У штурвала флагманского корабля «Фохоу» стоит дальновидный капитан и управленческая команда с огромным опытом в международном маркетинге, мощный научно-исследовательский потенциал и специалисты мирового уровня. Научно-исследовательский институт «Фохоу» – надежная платформа для проведения исследований и освоения эффективной оздоровительной продукции. Над ее созданием работает первоклассная команда специалистов мирового уровня по исследованию и разработке продукции во главе с признанным мастером традиционной китайской медицины академиком Тан Юджи. Профессор Тан Вэймин
профессор Чан Сяхэн, профессор Дубин и другие высококлассные специалисты гарантируют огромные возможности компании в области исследований и разработок эксклюзивной продукции высочайшего качества. Компания Fohou успешно осуществляет выпуск 4 основных линей серийной продукции. Продукция оздоровительного питания, оздоровительные приборы, функциональный текстиль, а также косметика и продукция по индивидуальному уходу позволяют жителям нашей планеты сохранить здоровье, молодость и красоту. Международный бизнес-колледж Fohou. Это команда первоклассных специалистов в области обучения и профессиональной подготовки. Опытные специалисты бизнес-колледжа проводят системные обучающие мероприятия с применением современных моделей обучения, помогая партнерам раскрыть личностные качества и приобрести умения и навыки, необходимые для организации успешного командного бизнеса вместе с корпорацией Fohou. Эффективная команда управления и команда лидеров. Успех корпорации Fohou определяет слаженная работа команды первоклассных профессионалов. Команда специалистов в области международного маркетинга с богатым опытом работы. Миллионы партнеров по всему миру своим примером доказывают, что выбор корпорации Fohou – это путь, ведущий к успеху. Искренняя любовь не знает границ. Благотворительный фонд «Надежда» дарит любовь и надежду на лучшее будущее десяткам тысяч детей из разных стран мира. На протяжении многих лет компания Fohou активно поддерживает спорт, помогая спортсменам из разных стран ставить новые рекорды. Миссия и видение определяют прогресс и развитие предприятия. Корпоративная культура Fohou включает одну большую мечту, 3 ключевых ценности и 5 норм поведения. Благодаря им корпорация Fohou является активным участником проекта «Один пояс, один путь» и посланником традиционной китайской культуры Яншен во всем мире. Стратегический план корпорации Fohou рассчитан на 100 лет развития и процветания. Присоединяйтесь. Дорогие друзья, мы с вами живем в удивительное время. Я сейчас познакомлю вас с удивительным человеком. Когда я познакомилась, я влюбилась сразу. Обаятельное, приятное в общении, но самое главное, полный кладезь информации о том, как, каково должно быть здоровье, как его исправить. И этот человек пропустил всю эту программу, всю эту систему поддержания здоровья, восстановления здоровья Fohou, программу Феникса, да, через себя в буквальном смысле. И теперь активно, добровольно делится этими знаниями и очень доходчиво. Ну, во-первых, это доктор или врач, как мы обычно говорим, педиатр, то есть знакома даже с маленькими детьми и знает, как поднять их, как улучшить качество жизни даже малышей. Но удивительно еще одна вещь, что это, ну, VIP-партнер компании, конечно, изумруд компании. Я вас готовлю к самому главному. Директор американского представительства корпорации Fohou. Представляете, как это круто? Юлия Валентиновна Золотаева! Наш коллег-замышленник и семикал, наши русскоязычные, наши, кто уехал туда, и невзирая на санкции, продолжает использовать нашу продукцию, да, а патронирует их Юлия Валентиновна и проводит чудесные зум-конференции время от времени по поводу вот как разобраться с этой программой, как разобраться с этой системой. Спасибо. Добрый путь, любите, любите жаловать. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие партнеры, гости. Я очень рада приветствовать вас в нашем прекрасном, красивом офисе. Хочу рассказать вам о нашей продукции и о том, как я сама ее узнала. Работая уже более 30 лет врачом, я не могла найти выход из некоторых ситуаций, когда дети и взрослые приходили с хроническими заболеваниями, и они не видели выход, они постоянно принимали какие-то лекарства. И время от времени периодически приходилось эти лекарства менять, потому что происходило привыкание, происходило
отравление организма, потому что в лекарствах очень много побочных эффектов, как вы знаете, и это не всегда сказывается в лучшую сторону. Как бы одно мы начинаем лечить, а другое у нас орган может страдать. Поэтому, не находя этого выхода, я долго искала то средство, которое бы могло излечить именно хронические заболевания. Когда я сама мучилась с протрузией, с головными болями, с плохим зрением, и у меня было очень куча проблем, и которые наша медицина не могла решить. И когда один прекрасный момент я попала в руки очень хорошего человека, который мне сделал первый раз биоэнергомассаж, и после этого у меня прошли головные боли, и я почувствовала, что, оказывается, есть выход, есть, и можно это использовать. И приобрела этот, конечно, биоэнергомассаж. Я только пошла вот на этот массаж. Продукцию я не знала. Мне он понравился, мне он помогал, и я какое-то время им пользовалась. Но когда приобретаешь биоэнергомассажер, тебе дают много продукции, еще целую кучу. И эта продукция стоит. И, конечно, мне пришлось ее изучить. И когда я изучила, я не могла людям всем говорить направо и налево, рассказывать об этой продукции, пока я ее сама не испытала. Когда я испытала, когда я увидела свои первые результаты на себе, на своих домашних, тогда я могла смело говорить людям, да, действительно, она работает, она помогает, и можно применять даже детям в грудном возрасте. И вот корпорация наша ФУХОУ, она поддерживает культуру здоровья. И культура эта, она немножечко отличается от нашей. Если, например, вы приходите к врачу с какой-то проблемой, с каким-то заболеванием, врач не может вам полностью 100% излечить. Излечение 90% зависит от самого человека. И только 10% вам могут помочь лекарственные препараты, которые врач назначит. Но дальше как бы врач вам не объясняет. Вам чисто вот назначат список лекарств, вы идете в аптеку и покупаете, и все на этом. Но вот в корпорации ФОКУ есть культура поддержания здоровья. Некоторые вы, если новички есть же у нас, да, которые не знают, что такое Яншен. Есть такие у нас? Вот. Это как бы такое словосочетание непонятное вам. Яншен – это пестование жизни. Это значит, вы должны так жить, чтобы любить свое тело, любить себя, заботиться о том, чтобы не было никаких болезней, не было никаких проблем со здоровьем. И вот эта корпорация нам доносит, потому что Яншен – это заключается в Яншен-психологии. Имеется три как бы подвида, три категории Яншен-культуры. Это у нас Яншен поведение – это так, как вы себя ведете. Это ваш образ жизни. Например, если у человека есть вредные привычки, если он курит, если он любит много покушать, особенно жирное, жареное, мучное, это тоже является не очень хорошо, потому что нагрузка на организм становится больше, жиры расщепляются медленнее и чаще всего откладываются внутри организма, и в итоге мы получаем ожирение и отсюда все последующие заболевания. Также Яншен физическая активность. Это подразумевается занятие спортом, занятие какой-то физической нагрузкой. Ну, например, более пожилым людям очень тяжело, например, ходить в какие-то фитнес-залы, в тренажеры. Это не очень хорошо. В нашей компании есть Яншен, тоже физическая нагрузка, но она уже будет не активная, а пассивная. И пассивная эта нагрузка заключается в нашей биоэнергорегуляции. Вот этот массаж, он вам заменит поход в спортивный зал. И вы увидите, что тонус мышц будет крепкий, потому что одна процедура на биоэнергомассажере, она вам заменит 10 ручных массажей, бег на 6 километров, отжимания, 500 раз отжимания от пола. Когда делаем мы массаж, если человек никогда не занимался физической нагрузкой, вот этой физкультурой, после массажа он чувствует, как будто бы у него мышцы болят и как будто бы он позанимался.
И дряблость тела, дряблость кожи, вот, например, коррекция фигуры, это все можно сделать биоэнергомассажером. Да плюс ультразвуковая насадка, которая обладает косметическим эффектом. И занимаясь вот этими техниками, конечно, вы приводите свой организм в порядок. И когда у нас есть еще Яншен психология, это тогда, когда вы, делая вот эти процедуры на биоэнергомассажере, вы получаете красивое тело, вы получаете красивое лицо, вам люди говорят комплименты. И когда вы получаете вот такое удовольствие, от этого тоже организм становится здоровый, потому что у вас есть положительная эмоция. А положительная эмоция – это уже один шаг на выздоровление. Это не так, что вы закомплексовались и пьете одни лекарства, а это надо комплексно. И когда у вас вот это комплексно все происходит, конечно, у вас эффект будет сильнее и быстрее и ярче. И плюс к психологии у нас относятся чувства и эмоции. Это вот ваши отношения, взаимоотношения с вашими родными, с близкими, с детьми, дружба, как уважение. Также можно сюда отнести Яншен добродетель, делать добрые дела, не смотреть на то, что вот ты мне сделал, а я тебе там тоже сделаю. Или если я что-то сделаю хорошее, а мне не сделают, я тогда не буду ничего там в ответ отвечать. В общем, когда вы делаете добрые дела, это тоже вам дает отпечаток на здоровье. И Яншен, конечно, религия, это вера. Вот у нас такой сегодня большой праздник, Благовещение. И, конечно, верующих очень много. И вот когда человек верит, да, он идет к Богу, он верит в Бога, он верит в вот эти чудеса, которые происходят в церкви. Также и наша продукция. Принимая эту продукцию, у вас должна быть вера. Если вы верите, то, конечно, она вам на 100% поможет. У меня есть один партнер, женщина в Америке, она мне так говорит. Я беру, например, продукцию, перед тем, как ее выпить, я, говорит, сначала прочитаю молитву. Я помолюсь перед ним, чтобы он мне помог, именно этот препарат. И действительно, это вот эта вера, она дает человеку силу, она его окрыляет. А не так, что вы просто вы пьете и ждете какой-то результат. Наша продукция – это клеточное питание. Клеточное питание – это не тот препарат, который продается у нас в аптеке. Наши аптечные препараты – это препараты быстрого действия, и они оказывают быстрее действие, например, обезболить. Голова заболела, вы выпили таблетку. Здесь исключение только у нас составляют антибиотики, гормональные препараты и, может быть, какие-то препараты, которые длительного действия. А в основном мы привыкли, выпили таблетку, у нас все прошло. Здесь же продукция клеточного питания. И чтобы восстановить работу клетки, а наши клетки, вы знаете, что нам нужно? Кислород, питание. И чтобы клетка могла выделять вот эти продукты жизнедеятельности. И чтобы клетку оздоровить, если, например, больной организм, если, например, у нас проблемы с желудочно-кишечным трактом, допустим, язвенная какая-то болезнь, и чтобы клетки этого места оздоровились у нас, нужно время. А время, оно у нас исчисляется по 6 месяцев, потому что обновление клеток новых у нас происходит в течение 6 месяцев. Принимая эту продукцию, из месяца в месяц ваши клетки становятся здоровее и здоровее. И в процессе ассимиляции и диссимиляции это распад и рождение новых клеток, у вас через 6 месяцев вместо больных появляется уже какое-то количество здоровых. Еще через 6 месяцев здоровых становится больше. И каждый раз у вас происходит оздоровление. Поэтому хроническое заболевание можно вылечить. Но смотря какой орган, потому что вот эти процессы ассимиляции и диссимиляции, они во всех органах у нас разные. Например, клетки кожи у нас обновляются каждые 7 дней, клетки внутренних органов каждые 6 месяцев, клетки крови до 3 месяцев, а клетки костной системы от года до 3 лет. Поэтому самое сложное, это когда проблемы с костной системой, всякие ревматические заболевания, остеохондрозы, артрозы, заболевания все связаны с костной системой, оно требует времени и терпения. И если у человека есть это терпение и время, это все будет. Еще расскажу, один партнер у меня, одна тоже женщина, она
у нее и давление было, и головные боли, и она этим мучилась, наверное, около 30 лет, если не больше. И когда она начала принимать продукцию, месяц проходит, она мне говорит, ну не помогает. Вот что-то есть хорошо, потом не помогает. Но я буду пить, у меня выхода нету. Так как она живет в Америке, а там с лекарствами очень проблемно. Там нету в аптеке никаких лекарств. Вот так нету, как пришли в аптеку вы и увидели целый набор лекарств, выбирайте, что хотите. У них нету. У них в аптеке только стоят витамины, какие-то сиропчики от кашля и жаропонижающие. Все, остальные только через врача. Поэтому у них лечиться нечем. И когда прошел месяц, у нее она говорит, то помогает, то не помогает. Но говорит, а у меня выбора нет, у меня все равно лекарств никаких нет. Я говорю, надо принимать дальше. Прошел 2 месяца, 3 месяца, у нее вся такая же ситуация. Она приходит на работу вот с такой головной болью, она сидит за машинкой, там шьет вот эти шумы, это. У нее все это усугубляется, с работы отпрашивается, уходит. И это продолжалось в течение 6 месяцев. Она не бросила. И вот сейчас, вот уже пройдя 6 месяцев, она мне говорит, я даже боюсь сказать, у меня все хорошо. Ну, говорит, я вам этого не говорила, и никому не говорите, пусть будет хорошо. Так что надо время, нужно время, и действительно это можно победить. И наша продукция, вот соблюдая всю философию Янше, и плюс принимая нашу продукцию, у вас будут хорошие результаты. Значит, продукция у нас имеет 3 составляющих или 3 направления. Это у нас очистка, регуляция и восстановление. Регуляция, мы регулируем органы, внутренние органы, чтобы между органами был баланс. Если, например, проблемы с сердцем, сердечно-сосудистые проблемы, то обязательно это будут проблемы с печенью. Потому что если заболевает еще какой-то орган, например, болезнь почек, то обязательно будет какие-то проблемы еще с другим органом. В общем, один орган взаимосвязан с другим. Это у нас есть звезда УСИН, по которой каждый орган, например, начинаете оздоравливать один орган, следующий орган автоматически начинает тоже оздоравливаться. Когда, например, вы принимаете продукцию, вот, например, у меня болит там или проблема со щитовидной железой. Но я хочу вылечить щитовидную железу. А кроме щитовидной железы у человека там целый набор и букет других болезней. И когда человек начинает принимать продукцию, иногда продукция начинает действовать не там, где человек хочет, на щитовидную железу, а начинает, например, очищать желудок. Может быть, у этого человека гастрит, может быть, хронический пиелонефрит. И вот здесь показатели и УЗИ дают уже хорошие результаты, но щитовидка остается еще как бы в болезненном состоянии, еще она не прошла. Поэтому, принимая продукцию, вы можете видеть не сразу тот результат, который вы хотите, а тот, который действует, ну, где больше всего требуется лечение. И в регуляцию у нас входит эликсир Феникс. Состав, основной состав – это кордицепс. Кордицепс – это высший гриб. Он относится и как растение, и как животное. Вот вы можете посмотреть, кто не видел, как выглядит кордицепс. Кордицепс, он стоит дороже золота. Если кто еще не видел, можете посмотреть в интернете. Фильм называется «Новое золото Гималаев». Там все рассказано про кордицепс, где он растет, как его собирают. И как люди набирают этот кордицепс небольшими кучками по весне, приходят, вот откапывают там, чтобы не навредить, чтобы не поломать. И собрав там небольшую кучку, может быть, 10 вот этих корешков кордицепса, они могут безбедно жить целый год. Вот такая цена кордицепса. И кордицепс – это и животное, и растение. Ранней весной, когда в спору определенного вида бабочки вселяется спора вот этого кордицепса, она начинает прорастать, и уже над землей появляется уже росток кордицепса. Получается, он и как и в бабочке, и в растении. И вот этого кордицепса, вот здесь он находится уже в таком виде, который очень хорошо усваивается человеком, в жидком виде.
уже молекулы достаточно мелкие, и они готовы к употреблению. Даже если человек сильно болен, человеку не нужно расщеплять в желудке, он не подвергается никаким кислотности желудочного сока, потому что все всасывание происходит во рту. И когда происходит всасывание во рту, продукция попадает непосредственно в кровь. И вы действие его уже через 10-15 минут вы можете ощутить на себе это действие. Это природный антибиотик. Если заболели, если простудились, пожалуйста, вот этот эликсир Феникс поможет. И детям можно, и взрослым можно. Также он обладает противовирусным действием. Это биоэнергомодулятор. Хороший, дает иммунитет, крепкий иммунитет. Даже в период ковида наши все партнеры компании, принимая эликсир Феникс, не болели ковидом. Даже кто-то, если заболевал, у нас это все проходило 2-3 дня. И все, и на этом все заканчивалось. Поэтому это мощнейший продукт компании и как бы начало нашего приема продукции мы начинаем с этого. Эликсир Феникс и капсулы Линжи. Это регуляция. Это мозговые капсулы, как мы их называем. Они действуют на нервную систему, дают связь, улучшают нейронные связи с головным мозгом и с внутренними органами. Также восстанавливают хорошо память, регулируют работу всех нервных окончаний. И также они могут приниматься при детьми, когда много необходимо заучить, делать много уроков, какие-то изучать языки, дают хорошую память. Очень хорошо принимается при инсульте, при инфарктах, при рассеянном склерозе можно принимать, также при болезни Паркинсона. Все, что связано с нервной системой, вот эти капсулы очень хорошо помогают. Даже если легкие формы ДЦП, тоже очень хорошо можно исправить. Даже дети или взрослые, кто-то заикается, или кто-то плохо разговаривает, или какая-то есть заторможенность. Вот эти капсулы, они способны все это восстановить, потому что восстанавливаются нейронные связи на клеточном уровне. Идет оздоровление со стороны клеток. После того, как мы провели регуляцию, мы проводим очистку организма. Очистка организма у нас происходит от токсинов, от шлаков, которые есть в кишечнике. Мы чистим кишечник, мы чистим желудочно-кишечный тракт. После того, как мы почистили, мы переходим к очистке кровеносной системы. Вы знаете, что желудочно-кишечный тракт у нас имеет размер от 7 до 8 метров кишечник. Поэтому нам быстрее можно восстановить работу кишечника, чем работу кровеносной системы и всех сосудов и капилляров вместе взятых. Потому что капилляры у нас имеют, если капилляры одного человека мы разложим в одну прямую линию, сосуды плюс капилляры, то этими капиллярами можно окружить земной шар 2,5 раза. Поэтому длина капилляров намного длиннее, чем длина нашего кишечника. Поэтому, когда кишечник чистый, тогда у нас и легче будет восстановить работу сердечно-сосудистой системы. Чай Лювей. Чай Лювей, основной продукт здесь у нас чай Куэр 3-летней выдержки. И плюс здесь еще есть 6 компонентов, которые присутствуют в этом чае. Это и женьшень, и астрагал, и жимолоть. И когда вы принимаете этот чай, вы чувствуете сладковатый вкус. Те, которые люди, например, только начинают принимать, у них могут быть какие-то извращенные вкусы или какие-то не очень хорошие. Некоторые говорят, мне не нравится этот чай. Ну, не нравится это потому, что человек еще не прошел стадию очистки. Чем больше человек принимает этот чай, тем он раскрывается с другой стороны. И вот когда человек уже пьет довольно давно этот чай, уже когда вы его принимаете, вы уже чувствуете сладковатый вкус, вкус бальзама. Очень вкусный, очень такой хороший чай. Он чистит не только у нас кровь, кишечник, также он нормализует давление, снижает сахар в крови.
и улучшает самочувствие, тоже обладает иммуномодулирующим действием. И если, например, человек любитель жирного, жареного, такого, ну, побольше покушать, то если вы запиваете вот этим чаем, то никогда вот эти жирные вещества или нехорошие продукты, токсины и всякие консерванты, они не будут всасываться в кровь, а будут просто обволакиваться и выводиться из кишечника. Поэтому чай, вот, например, я раньше брала разные чаи, ну, наши вот в обычном гипермаркете, сейчас я просто туда не хожу, и когда ко мне гости кто-то приходит, у меня только вот этот чай. Другого нету, просто чай, там же и на работу, пожалуйста, и везде, только этот чай. Потому что, как бы вы там ни перекусывали, там на бегу, на ходу, запивая вот этим чаем, вы не нарушаете баланс в кишечнике, вы, наоборот, только обогащаете полезную бифиду и лактобактериями. Фруктовая паста «Роза» содержит олигосахариды, бифидолактобактерии и экстракт из лепестков роз. Она очень сладкая, очень приятная на вкус, ее любят очень дети. Ее можно с грудного возраста. Ребенку только как родился, ну, месяц-два, когда начинаются проблемы с кишечником, кишечные колики, достаточно всего где-то вот размер со спичечную головку дать, с водичкой размешать, вот эти колики мгновенно проходят, ну, 5-10 минут, и ребенок успокаивается и засыпает. Конечно, он еще не только восстанавливает кишечную флору, но и также он действует на кожу, потому что, как вы знаете, все аллергические проявления, какие бы они ни были, они зависят от работы кишечника. Если у нас кишечник грязный, если вы давно не занимались очисткой кишечника, любое какое-то проявление аллергическое, это связано с работой кишечника. И когда вы принимаете вот эту фруктовую пасту «Розу», вы восстанавливаете кишечник, вы восстанавливаете работу кишечника, стул будет регулярный и восстанавливается кожа. У вас не будет никаких аллергических проявлений. Это и касается и детей. Атопические дерматиты, всякие, даже вот при какие-то высыпания, угри юношеские тоже, вот эта фруктовая паста «Роза», она все это убирает. Ее можно и взрослым по столовой ложке, ну, 2-3 раза в день, в зависимости от проблемы. Тепечка. Санцин. Эликсир санцин. Это тоже идет серия очистки у нас. Он, как и эликсир феникс, тоже имеет кордицепс, но сюда добавлено еще алоэ. Вы знаете, что алоэ обладает и обезболивающим действием, и также заживляющим действием. Очищая кишечник, если там какие-то есть эрозии, какие-то, может быть, язвенные процессы, вот это все, оно, этот эликсир, все это сглаживает. Также он очень хорошо действует не только на кишечник, но и восстанавливает кровь. Он борется с повышенным холестерином, с повышенным давлением и также очищает лимфу. Нету такого препарата, вот, ну, лекарства, сказать, в аптеках, который бы очищал лимфу. Вот этот продукт, он будет очищать лимфу. И он очень, ну, сильнее, чем даже это самое, ну, не сильнее, я хочу сказать, а более такой действенный для очистки организма. И сюда же, к серии очистки, у нас относится Гаусе. Это капсулки или, можно сказать, питательные таблеточки, которые содержат морские водоросли, спирулину, которая обогащена белками, аминокислотами, большим комплексом витаминов. Также сюда входит в состав и хитозан, и конжак. Когда вы принимаете эти питательные таблеточки, то пищу эти таблетки обволакивают, просто они разбухают до определенного уровня. Вот этот хитозан, он может разбухать, и то, что вы поели, на себя все всасывать, как губка, и все выводить. Вот эти все жиры и, например, неправильное питание, все это может спокойно выводиться. Также он нормализует
сахар в крови, снижает давление и нормализует вес при ожирении. И, например, если вы принимаете эти капсулки до еды, то он снижает вес, а если вы принимаете после еды, то он может повышать вес. И можно, в зависимости от того результата, который вы хотите добиться, от 2 до 8 капсул за раз можно принимать. Их можно растворять, из них даже можно делать маску на лицо. Ну, это уже более подробно, мы вам потом это расскажем, кого это будет интересовать. И у нас очистка плюс, это вот капсулы Сючинфу, в состав которой входит у нас ната, натокиназа. Это бобовые, которые прошли определенное ферментирование, и их используют не только в Китае, но и в Японии, Индонезии. У людей, у тех, которые используют вот эти бобовые натокиназа, у них нету проблемы с сердечно-сосудистой системой, нету давления, потому что сосуды их чистые. А если сосуды чистые, то и тогда мы этим продлеваем жизнь. И у нас в компании говорят, ну или, наверное, не только у нас, но и вообще люди, может быть, вы слышали такое, что человек живет столько, сколько живут его сосуды. Пока сосуды у человека чистые, его не беспокоит ни давление, ни головные боли, никакие спазмы. Человек может жить долго. Если уже вы почувствовали какое-то нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, значит, уже все. Нужно, конечно, принимать вот это. Но сейчас вот в связи вот с нашей обильной такой, загазованности, вот этой атмосферный воздух не очень чистый, питание не очень хорошее, проблемы с сердечно-сосудистой системой уже начинаются в детском возрасте. Вот смотря на детей уже, подростков, они уже все мучаются с давлениями, головные боли, вегетососудистой дистонии, это уже начинается какой-то спазм. Значит, происходят уже какие-то отложения или холестерин, или какие-то жировые отложения внутри сосудов, когда сосуд становится узким, и через него плохо проходит кровь, вот это давление поднимается. Вот этот препарат, он способен растворять эти тромбы или холестерин, который находится внутри сосудов, он просто потихонечку слизывает слой за слоем, потихоньку не отрывая тромб, и этот тромб не может никуда попасть. Улучшается стенка сосудов, улучшается состав крови, кровь становится более жидкой и нету такого загустения. И, конечно, человек при этом себя хорошо начинает чувствовать. Также нормализует давление. У нас, может быть, Светочка выйдет, расскажет по поводу этого результата. Но этот продукт, действительно, его нужно принимать долго, и вы увидите результат, чем менее запущенный результат, тем быстрее вы увидите улучшение. Да. Даже вот у меня есть маленький ребеночек, у моего партнера, ему 2 года, у него очень был низкий гемоглобин, и они ничем не могли поднять, железо наше обычное не помогало, и вот они дают половинку капсулки Сючинфу один раз в день. Вот не сразу, но постепенно гемоглобин у нас поднимался. И сейчас вот уже прошло более месяца, гемоглобин у них уже хороший. Но препараты железа и обычные им никак не помогли, хотя они до этого пили почти 3 месяца. Результата никакого не было. Вот. И наша последняя серия – это серия восстановления. Восстановление или восполнение организма – это когда мы уже все отрегулировали, мы уже все почистили. Теперь необходимо для клеток правильное питание, восполнение витаминами, микроэлементами. То, что необходимо клетке, чтобы поддержать ее в нужном ритме, в нужном балансе. Поэтому эликсир 3 драгоценности, который содержит не только кордицепс, но и вытяжку из горных муравьев, который также и обладают такими свойствами содержать большое количество комплекс витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот, которые сам организм не вырабатывает, а которые необходимы, чтобы поступали извне.
эликсир «Три драгоценности». Почему его называют «Три драгоценности»? Это как для, драгоценность как для Бога или для Вселенной – это небо, солнце и звезды. И для человека – это дух, душа и тело. Вот этот эликсир, он именно лечит вот это, он восстанавливает вот эти душевные, душевный покой дает, дает выздоровление. И, конечно, он самый сильный эликсир из всех, и он принимает, принимают люди при заболеваниях костно-мышечной системы. Это артриты, артрозы, хронические, запущенные заболевания, бронхиальная астма, сахарный диабет, гепатиты, циррозы. И также может приниматься при онкологии. В начальных стадиях он очень хорошо помогает и дает большую длительную ремиссию. А если, конечно, запущенная стадия, дает все-таки облегчение и улучшение состояния. И его можно принимать в период химии и радиотерапии. Когда человек находится на таком лечении, вы знаете, что очень много побочных явлений, и люди очень тяжело переносят эти процедуры. Когда вы принимаете эликсир «Феникс», то вот эти три драгоценности, когда человек принимает, то эти процедуры проходят более легко. Одна женщина тоже вот, она рассказала свой результат, и ей поставили онкологию, у нее была онкология груди, ей делали операцию. И после операции ей сказали, нужно делать вот химиотерапию. И она с собой взяла вот этот эликсир и эликсир «Феникс». Вот эти два эликсира она с собой взяла в больницу. И когда ей делают химиотерапию, она в одной руке один эликсир, в другой другой эликсир. И она вот так делала. Ей пока делают, она то один, то другой, один, другой принимала. Вот. И после этого она вышла с химией, и она вышла, как ни в чем не бывало. Ходит там, гуляет, все хорошо, настроение хорошее, а все там, у кого рвота, у кого там плохо, у кого тошнит, кто еле-еле ходит. А она ходит, улыбается, и никто и понять не может. И все к ней подходят, вы что делаете? Как это так у вас получается? Поэтому действительно эти эликсиры работают. Я бы не говорила, если бы я на себе не проверила. Не проверила бы на своей сестре, которая у меня страдает заболеванием сердца. Конечно, она страдала раньше. У нее был очень сложный порок сердца. Она перенесла несколько операций. И после этого ей назначили препараты, которые ей нужно принимать пожизненно. И после того, как она познакомилась с этой компанией, я ей посоветовала принимать всю Чинфу. Вот она начала принимать у нас в первых этапах. И эликсир «Феникс». И после того, как она неделю только попила, она мне говорит, а можно я не буду те препараты, которые мне врач назначил, пить? Я говорю, как я тебе могу сказать такое, что не пить? Тебе назначили, давай вместе с этими. Нет, мне от них плохо. А там побочных явлений, да, показаний вот столько, противопоказаний вот столько, ну и побочных явлений. И она говорит, я не могу, потому что мне плохо, и я не могу от этого, а от этого мне все хорошо и нормально, я себя хорошо чувствую. Ну, когда она пришла, конечно, к врачу через какое-то время, месяца, через 2-3, например, вот если вам нужно быстро попасть к врачу в Америке, вы должны записаться. Запись может самая быстрая, это через месяц, а может через два. А если вам надо быстро, вы вызываете скорую за большие деньги. Или идете в больницу, и вам там, как скорая помощь у нас в больнице, оказывают вам какую-то помощь, что-то вам сделали и отпускают домой. Но за это вы платите деньги. Бесплатного там медицины вообще нет. И вот она пошла к врачу, ей там через два месяца назначили визит. Пришла она к этому врачу, и он на нее посмотрел, он говорит, да, ЭКГ хорошая, все показатели хорошие. Он говорит, ну да, тогда можно убрать эти лекарства, давай уберем. Убрали, и все нормально. И до сих пор она ничего не принимает. Она пьет вот этот Сючинфу и эликсир «Феникс». Ну, она уже, конечно, всю продукцию уже попробовала, она уже и БЭМ, и ТИМ. В общем, действительно, это работает, и как бы на своих родных и близких я убедилась. И, конечно, серия восстановления – это наш кальций. Кальций, жидкий кальций, Хайцао Гайд. Здесь капсулки очень приятные, красивые, зелененького цвета. Сама оболочка, она в составе имеет водоросли.
водоросли, а внутри жидкость. Вот в этой жидкости вот содержатся все витамины, микроэлементы, витамин D. Вот когда они спрашивают, какие витамины попить, вот сейчас весна, осень, вот кальций. Кальций это вот вам все заменит. Здесь все есть витамины. И такой-то кальций, который не откладывается в костях, не накапливается где-то, не кальцинируется в каких-то органах. Он усваивается на 96%. Кальций, который в аптеке, я уже все эти кальции попробовала в свое время, когда не знала эту компанию, увидела то, что вы принимаете, кальций может усвоиться где-то на 20-15%. И когда мы назначаем в обычной поликлинике, я назначаю, если кальций мне приходится, мы назначаем курсами. Вы знаете, мы назначаем, месяц вы пьете, потом нужно делать перерыв. Также витамины. Месяц вы пьете, делаете перерыв, там 2-3 месяца или 2 раза в год. Нельзя постоянно принимать, потому что будут побочные явления или гипервитаминоз, или еще что-то. Здесь кальций вы можете смело принимать постоянно, потому что это клеточное питание. Это то, что необходимо каждой клетке нашей. Наша клетка вот получает питание. То, что вы кушаете, это не всегда бывает полезно для нашей клетки. А если вы выпьете кальций, конечно, клетка будет здоровая. И его можно также детям. Вот маленький ребенок, который я говорила, с гемоглобином, вот у меня пьет одну капсулку кальция. Суточная доза для взрослого – это 6 капсул в день. По 3-2 раза. Очень хорошо, и вы будете, самое главное, и костная система у вас будет крепкая. Если даже вы где-то упали, то вы не сломаете ногу. А если даже и сломали, то это будет не очень, не критично, да, не такой прям сложный перелом, и он быстро будет заживляться, не оставляя даже на рентген снимки никаких трещин. Вот это наш кальций. Так, и биоэнергомассажер я вам немножечко рассказала. После того, как мы сделали биоэнергорегуляцию, мы наносим вот такой энергетический бальзам. Он согревает, он обезболивает, он проникает в кожу и нормализует работу наших всех клеток на клеточном уровне. И дает, конечно, положительный эффект, очищает меридианы, так как у нас массаж проходит по меридианам. И также наш ТИМ, термоинфракрасная капсула, которая у нас имеется, она имеет, это СПА-салон, как можно сказать, или СПА-капсула, имеет патагонный эффект, за счет выделения пота выходят через кожу токсины, очищаются меридианы, выпрямляется позвоночник, и после того, как человек сделал эту процедуру, он уже чувствует легкость, он видит, что вот эти токсины, когда выходят из организма, вот эта легкость появляется, появляются даже свет ярче, краски ярче становятся, легкость и желание что-то творить, жить. В общем, если кто-то не пробовал вот биоэнергорегуляцию, массаж вот этот, или кто не пробовал вот эту термоинфракрасную капсулу, я вам советую это сделать хотя бы один раз в жизни для себя. А потом вы сделаете вывод, нужно вам это, или вы хотите жить так, как вы живете сейчас, или вы хотите быть здоровым, чтобы помогать своей семье, своим людям, близким, своим детям, внукам, чтобы вы не были им обузой, потому что здоровье – это прежде всего, его нельзя купить ни за какие деньги. А если здесь вся продукция самого высшего премиум-класса, такая продукция, которая пользовался сам Мао Цзэдун, у меня просто слов нет. Если вот ее недооценить, просто у нас даже нет альтернативы в обычных аптеках что-то похожее найти. Вот. И, конечно, вот наша новая продукция, это капсулы «Молодость плюс». Вот у нас они появились, полгода назад, да? Вот. И очень такие, еще более усовершенствования наши, вот, выглядят вот так. Это капсулы, они наполнены не только кардицепс здесь содержится, но и содержатся пептиды. Вы знаете, что пептиды – это
белок, мелкодисперсные белки, которые быстро усваиваются. И здесь вот уже в самой капсуле находятся вот эти пептиды, которые дают энергию, омолаживают организм. Вы будете выглядеть на 10 лет моложе. Не то, что внешне вы выглядите, органы ваши, и вы будете чувствовать себя на 10 лет моложе. Нормализует сон, нормализует давление, дает настроение, дает энергию. И вот эти капсулы, они вот в нашей вот такой быстрой жизни, вот этой суете, которую мы иногда не успеваем за день сделать свои все дела, дают вот эту выносливость и выдержку. С этими капсулами, конечно, можно работать и день, и ночь. Как я вот прихожу с работы в 10 вечера, у меня начинается Америка. И до часу или до 2 часов ночи, а в 5 утра опять на работу. Так что вот эти капсулы действительно большая энергия и большой иммунитет. Если вы приобретаете, это вот прям клад. Да, ну смотрите, вы начинаете, можно, да, попробовать, можно. Ну здесь получается, смотрите, вы если не проходите очистку, если вы принимаете капсулу, если вот так логически порассуждать, вы принимаете капсулу, да, очистку вы не прошли. У вас все в организме зашлаковано. И вот в этих шлаках вот эта капсула, она просто теряется, она не сможет всасываться, не будет того эффекта, который мы хотим добиться. Вам хотя бы на первый случай надо пройти очистку, хоть немного, хотя бы один месяц. Проходите очистку кишечника, а потом можете капсулки. Эффект будет лучше, и вы сразу его увидите. Ну и в косметику. Мы похвалимся. Да, у нас косметика. Кто хочет быть красивый? Яншен. Косметика очень хорошая, также имеет полипептидный состав с обратите внимание, да, с пептидами. Упаковка. Базовая косметика и профессиональная косметика. Давай детям лего в кубике. Базовая и профессиональная косметика, которая необходима вот уже с 20 лет можно пользоваться, оно подтягивает, разглаживает, и вот эти пептиды, они глубже проникают в поры, и быстрее они восстанавливают кожную структуру и наполняют влагой. Вот когда уже с возрастом кожа более такая сухая, оно наполняется влагой и дает разглаживание мелких морщин, а более крупные, они становятся просто не сильно такими яркими, более сглаженными. И если нашу косметику употреблять вместе с ультразвуковой насадкой, то глубина проникновения будет намного больше, и тогда вы эффект увидите сразу. Ну, после нашей ультразвуковой насадки, конечно, эффект прям за первый сеанс любой человек сразу увидит и его оценит. Здесь вот у нас сыворотка, первая сыворотка, второй полипептидный комплекс. В общем, да, здесь нужно просто это попробовать и применить. И потом вы увидите результат. Вот, и я очень буду рада, если новенькие люди есть, если вы присоединитесь в нашу компанию, конечно, я вам всегда помогу и советом, и примером, и результатами, поэтому присоединяйтесь и буду спасибо. С вами. Спасибо большое. Невозможно, конечно, за 15, даже 20 минут рассказать все, что происходит, но у нас регулярно бывают дни здоровья, где можем более подробно все это рассказать, разжевать, расписать индивидуально какую-то программу очистки, посоветовать, да, ничего лишнего, да, но и тем не менее, чтобы это было эффективно. Вы можете справа, слева начать принимать продукты, вы можете перепутать препарат, да, вреда никакого не будет. Речь идет только об эффективности, да? При минимальном использовании продукта получить максимальный результат. Ребят, вы согласны? Движение – это жизнь? Да. Жизнь. Я предлагаю подвигаться и при этом практически ничего не делать.
Когда мы долго сидим, начинают отекать ноги. Даже у тех, у кого они не отекают, не сразу заметно. Я предлагаю сейчас, и это используйте по жизни, хоть каждый день, особенно в условиях, когда вы долго сидите. Сейчас все на каблучках, не на каблучках, кроссовочка, конечно, удобней. Сидя, поднимитесь на носок с поднятием колена, опуститесь обратно, ну, желательно еще и тогда носок поднять. И так несколько раз. Это защита от тромбообразования, это защита от отечности, это помощь нашим венам, да, нашим, чтобы они быстрее поднималась кровь, да, вот эти вот, как они называются, клапаны, чтобы клапаном легче было работать. Вот верхний с поднятием колена, да, у меня не будет видно, я вам показала. И делайте это чаще. И почувствуйте, когда говорят, ой, делаем зарядку. Чего называется зарядка? Ну, зарядка для телефона, понятно. Там сразу батарейка увеличивается. Делаем зарядку. Хоть какую, хоть минимальную. Каждый день. Сделайте себе минимум. Я его называю гарантированный минимум. То есть 5 минут. То ли ты ногу подняла два раза вот так вот, то ли ты взялась за подоконник, присела не глубоко, совсем не обязательно, помахала вот эти вот пионерские там какие-то, насколько возможно. 5 минут. Ой, я опаздываю. Не, ну все равно гарантированные 5 минут. Вот они должны быть заложены. А потом, да, ты чувствуешь, что что-то меняется, если это делать каждый день. Вот если вы сегодня делаете то, что вы делали вчера, в хорошем смысле слова. Некоторые мы вредные привычки убирают, да? Мы таким образом можем поддерживать свою активность. А с продукцией компании это делать проще. А с аппаратами, которые придумала компания, биоэнергомассажер, и вот этот как спальный мешок, он выглядит, ну такой продвинутый, какой-то космический, там фотоэлементы, там все дребезжит, мигает, вибрация, да, вот такой, да? Это, конечно, будет гораздо легче. И я знаю многих в этом зале, да, ну, во всяком случае, по лицам, да, по их улыбкам, по светящимся глазам, что пользуются продукцией. И для тех, кто сегодня впервые, или для тех, кто недавно начал разбираться в продукции, хочет больше узнать, знание – это сила. Да? Мы готовы поделиться результатами. Рассказать, что изменилось в вашей жизни, что для вас оказалась продукция, программа компании «Феникс». Но люди, конечно, нас поддерживают, с людьми мы дружим, это поднимает настроение, оптимизм, и это очень здорово, вот эта душевность. Но чисто конкретно, вот было вот так вот плохо, принимала то-то, 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 и стало вот так хорошо. Или не стало? Может быть, у кого-то не стало? Да? Стало, есть такие. Я зашла в поисковик несколько лет назад и думаю, а я сейчас спрошу, отрицательные результаты препаратов компании «Феникс». И что я получила? Я получила описание позитивных, хороших, достоверных результатов от врача. Это была просто рекламная такая штучка, заманушка такая, да. Ну и внизу, соответственно, телефон. Я прошу сюда, ну, 2, 3, 5 человек, пройдите, поделитесь, расскажите, что-то меняется в жизни. Ага, Наташа, спасибо. Марину Старцеву попрошу. Я и тебя вижу, Светочка, да. Попрошу, когда вы видите. А? Или по одному рассказывать? Вы пока продвигайтесь туда, продвигайтесь. Движение – это жизнь. Да. Кто-нибудь еще надумает? Так, меня зовут Светлана. Я начинаю. Мне 185 лет. Урази всех. Но выгляжу на 20. Я VIP-партнер компании «Изумруд», Светлана Фролова. 8 лет я уже в компании. Пришла с диагнозом гипертония. Конечно, что это такое, я узнала, когда у меня прям с работы увезли. Я вообще не знала, что это такое. А оказывается, у меня давление 200, и меня прям с работы сразу в больницу.
Ну и с этого времени у меня, конечно, начались проблемы мои. Это бессонные ночи, я спала вообще, боялась спать ложиться, боялась оставаться одной, паническая атака, я куда-то поехать боялась, просто кошмар какой-то был. И врачи, да, конечно, они мне приписали таблетки, лекарства, но несмотря на это, сказали, пожизненно вы пить будете эти таблетки. Несмотря на то, что я принимала лекарства, вы знаете, что их очень сложно подобрать. Давление у меня все равно, были скачки давления, и было кошмарно. Но Господь, наверное, когда я вот лежала, ждала скорую, я молилась, и Господь, наверное, услышал мои молитвы. И я встретила на пути эту прям компанию, которая прям благодарна. И стала принимать эту продукцию, и мое... Как бы давление, конечно, не сразу, это вот правда говорят, не сразу, но мое состояние стало улучшаться, таких скачков давления не стало, все стало равномерно. И принимала я всю продукцию и принимаю сейчас. Но вот хочу сказать вот этому препарату огромное спасибо. Вот за счет этого препарата, то есть сосуды мои почистились, хотя когда я пришла первый раз на диагностику, капилляроскопии. Я первое, что услышала, я вообще не понимала, что это такое, но я услышала от тот, кто делал диагностику, говорит, а у тебя ничего не видно, ничего не видно, даже точечек никаких. Потом, вот когда я стала уже в компании принимать продукцию, я делала повторные капилляроскопии, там уже вот такие капиллярчики образовались, как шпилечки дамские, то есть, и вот сама чувствую по себе, что вот этот препарат, я прям готова пить ему годы. И еще вот этот препарат, это вот нет ее, моего партнера, вот у кого есть камнеобразование в почках, вот этот вот продукт. То есть для тоже всех. И система. Он, да, он для всех. Вообще вот эти наши чаи надо заменить вот этим чаем. У нее все время показывали камни в почках. И разбивались, но и лечилась она, но ничто не помогало. Вот когда она стала принимать нашу продукцию, и вот в основе вот этот чай, она сейчас постоянно, она мне все время говорит, тетя Света, она каждый раз ходит, через каждые полгода на УЗИ, она говорит, ничего в моих почках не обнаруживают. Спасибо. Ну, уходите, не уходите, подарок ждет вас. Добрый день, дорогие партнеры, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Чернышова. Я VIP-партнер компании «Я Изумруд». Через 2 месяца мне будет 70 лет. Я попала совершенно случайно. Точно так же меня пригласили. Ходила 2 месяца, хромала. У меня был очень сильный разрыв мениска 1-4 степени. Меня готовили, я уже готовилась к операции. Я прошла 6 врачей. Здесь сказали 2 врача, что только операция в больнице, сказали платный, бесплатный. Сказали только операция. Даже я уже попала на 6-й этаж, 6-й, 7-й этаж, 9-ю больницу. Мне сделали кардиограмму, говорят, операция, все. Я говорю, нет, я не готова, я пойду домой. И на пути мне встретилась женщина, которая сказала, говорит, а почему вы хромаете? Почему вы вот так вот ходите, рук 5? Я говорю, потому что я иду через... Ну, где-то, наверное, через 3 недели, говорю, я иду уже на операцию. Я уже выбрала платную больницу. Она говорит, не ходите. Я говорю, ну как-то не ходите. Все это в интернете, мы прочитали только операция. Все врачи, мне уже 6 врачей сказали операция. Но я долго сопротивлялась, она мне принесла наколенник. И сказала, на, посмотри. Вот девочки, мальчики, 5 дней. Я в этом наколеннике спала, жгло, все это было больно. Вот моя нога, вот мое колено. Еще у меня тоже, как у Светочки, было... Ну, то же самое, на коленях. Да. Все от позвоночника идет. Да, нет, но это я упала и порвала мениск на колене. Да, позвоночник, ну, все это вылечилось уже. Еще что я принимала потом вот это вот по много-много кальций. Хальциогай. Я его принимала первое время где-то... Ну, 9,9. 9 вечером, 9 утром. И было такое состояние, как будто у меня, вот, ну, я не знаю, когда я упала, да, может, это я не знаю как, ну, как будто вот
что-то куда-то, и пошло у меня все, какая-то кровь или что-то движение, в колено все было, вот такое вот ощущение. Когда я стала принимать, у меня все это стало расходиться по местам, и, ну, в общем, замечательно. Я уже не слышу сейчас там свои боли, свои вот, как раньше было. Ну и, конечно, у меня было тоже, как у Светочки, очень большое давление, 220 было, когда скоропостижно умер муж, и сказала, я ничего принимать не буду, я договорюсь со своим организмом. Я ему говорила, Слава, принимай вот это, нет, тебе надо, ты принимай, я не буду. И у меня давление, конечно, ну, 5 дней сразу его не стало. Это же очень было, ну, я не знаю, огромный мужчина, 1,90 ростом, большой, такой, всегда здоровый, никогда ничего не принимал, не надо. Ну, и у меня давление сразу после этого подскочило, 200, 220, скорая, как у Светочки, были все. И точно так же сказали, что пить вам только этот Каптоприл, Капотен, это пожизненно. Ну и точно так же, как Света, я говорила, а что такое, это же как действует на печень, это действует туда-сюда, вот на все это, на все органы. Нет, нет, нет. Пришла в компанию, стала все это принимать. Ну, слава тебе, Господи, все нормально. Так что советую вам, что вы можете вам маленький подарочек, ублажняющий мазок друг другом, да. От нашего, будем еще красивее, будем еще молодцы. Ларисы Гавриловой, да, для самых смелых. Я тоже свой результат. Да? Тебе готовы делиться результатом? Да. 2 года уже в компании, сейчас являюсь VIP-партнером компании. И вот, знаете, могу сказать однозначно, вот, если вспомнить и представить, когда я сюда пришла, и только пришла сюда, хочется плакать, просто плакать вот, на самом деле от счастья, что меня, могу сказать однозначно, сюда привел Бог. А по-другому я сказать не могу. Потому что у меня было состояние вот после перенесенного ковида, вот, несмотря на то, что вроде 44 года, возраст как бы еще и небольшой, да, и как бы еще можно жить и радоваться этой жизни, да, но у меня было состояние такое, что я не дойду, наверное, до офиса, потому что я просто, вот, организм разваливался на части, и просто до такой степени разваливался, что он вообще не работал нормально, ни одна система, то есть это были и бессонницы, и панические атаки, это прыгало давление, оно могло просто там вот скакать по несколько раз за ночь. Это из сердца там были всякие вот там двойные, тройные вот эти вот аритмии. То есть, в общем, был полный букет. И вы знаете, проще было сказать даже вот чего не было. И поэтому, я не знаю, у меня даже, наверное, не возникал вопрос, надо мне вот вообще как бы сюда вступить или не надо. Потому что я понимала, что у меня нет выхода вообще. То есть я думаю, что будет через год, что будет через 5 лет, через 10 лет. Было даже страшно представить. Поэтому могу сказать однозначно, я пила все. Все препараты я пробовала, все я принимала. Но, конечно, сразу эффекта не было. Надо набраться терпения. Потому что чудес не бывает. У кого-то это может быть там 6 месяцев, у кого-то год, может быть чуть больше. Но если системно подойти к этому вопросу, и если принимать все по системе, то эффект вы обязательно получите. Надо просто в это поверить. И могу сказать однозначно, что это большое чудо. Потому что вот уже 2 года я принимаю эти препараты, и я действительно вот чувствую себя хорошо. Вот, прекрасно даже могу сказать. А еще плюс вот этот вот препарат, ему вообще хочу сказать отдельное спасибо, потому что эта молодость плюс, она просто творит чудеса. Она на самом деле омолаживает организм изнутри и снаружи. То есть кожа становится более молодой, подтянутой, морщинки исчезают, и даже внутреннее состояние организма минус 10 лет. И все это благодаря как раз пептидам кардицепса, которые буквально как кирпичик встраиваются именно туда, где есть проблема. И они ее просто убирают. И вы даже не представляете себе, он сколько дает энергии, бодрости, сил. Он также нормализует даже нервную систему. И, в общем, все системы организма. Так что, дорогие гости, могу сказать вам просто вот однозначно, надо просто в это поверить. Вот всем своим сердцем. Если просто ваше сердце говорит вам, вот что да, вот чувствуем, что это наше, надо просто поверить, просто именно набраться терпения и пропить вот этот комплекс. Ну, достаточно времени, но вы обязательно получите результат. Вот просто верьте в это. И сюда просто так люди не попадают. Их не будет много. Спасибо, Наталья. Красоты много не бывает. Здравствуй, Юлия, мне 57 лет. Я в компании уже 4 года, VIP-партнер. Пришла сюда по результату своей тетушки. У меня была онкология груди, рак груди.
И когда я приехала к ним в гости, то у них это было вот все. Только для всех, чтобы она погромче, вроде громко говорила, чтобы облегчить как бы ей такой тяжелый недуг. Сказали, что все, забирайте, она будет жить, ну, несколько месяцев. Но она, девчата, прожила больше 4 лет. Больше 4 лет, и то потом она просто говорит, я устала все это пить, не хочу. У нее еще она сломала шейку бедра, вот это сказалось. И когда я приезжала, они меня всегда этим всем угощают. И вот в 2018 году я мне поставили диагноз, что у меня сахарный диабет. И я для себя решила, что да, действительно, что мне это нужно. Мне сестра сделала массаж там в Эми. Я себя чувствовала это вообще. Представляете, я работала на вахтовом методе, и с севера, когда приезжаешь домой, то вся разваленная. А когда тебе сделают массаж на БМ, то никакие недуги, у тебя энергия, у тебя все практически, как бы, ну как сказать, я вот люблю вот этот чай. Этот чай действительно дает энергию. И не обследовала, собственно говоря, у меня анализы очень хорошие. Просто сахар 6,7, 6,8, а анализы, они говорят, ну почему у тебя сахар? Почему у тебя сахар, если анализы очень хорошие? Вот этот чай я пью, Линжи. Капсулы Линжи, это мозговые капсулы, вот, не знаю, для меня это все в моей жизни. Без этого я жить не могу. И мои дети мои, любят этот чай Линжи и любят пасту розу, дети, внуки. А вот это вот тоже очень хорошее. Галсен. Это вот когда перегрузишь после праздников, дети просто обожают, они сразу 10 штук. Раньше так пили, запивали много воды, а сейчас разводят. Оказывается, можно просто развести и выпить, и прекрасное средство. Ну, эта компания, это сам Бог создал. У меня есть БЭМ, я делаю всем своим родственникам массаж, и никто ни разу не сказал, что это очень плохо. Всего получите удовольствие. Здравствуйте. Меня зовут Марина Старченко. Я из Изумруд компании VIP-партнер. И я вам хочу рассказать про БЭМ. Просто вот самый последний результат, который получила не я, а семья моих друзей. Как-то иду по улице, навстречу мне идет девушка, одноклассница моего сына. И она еле-еле передвигает ноги. Я говорю, Катенька, что с тобой? У меня шпоры, я не могу наступать. То есть она молодая женщина, сколько ей, ну, под 40 немножко, ближе к 40. И не может она идти. Я говорю, приходи ко мне домой, у меня есть чудо-прибор, я тебе поделаю массаж. Он говорит, да я там какие-то притирки делаю себе, что-то дома. Ну, помогает, не помогает. В общем, еле-еле я ее говорила, как трудно уговорить человек на хорошее дело. Удивительно, да, просто. В конце концов она пришла, и мы с ней стали делать. И она уже после первого сеанса говорит, ой, а мне не до слез больно наступать. В общем, мы с ней сделали 10 сеансов как положено. Ушли шпоры, представляете? Люди годами мучаются со шпорами. Она говорит, я хочу такой, у меня большая семья. Бабушки, дедушки, папы, мамы. Я хочу этот прибор себе. И я ее привела в офис, она оформила покупку себе и стала лечить из себя, продолжает своими пяточками. Она помогает родителям, отдала родителям. Они ее живут за городом, у них вены. Она им показала, как делать, и они сами себе венами занимаются. Вены ушли, стали, были выпирающие синие с узлами. Стали сейчас уже вот, втянулись и почти прозрачные. Потом племянник у нее сломал ногу. Она этот прибор схватила, побежала туда, быстро так все зажило. То есть уникальная совершенно вещь для семьи, просто незаменимая. Это мне вот последние мои результаты. Результатов очень много, я в компании давно. Пропила, безусловно, все препараты. Начала вот с этого. Это капсула Линжи, мозговые капсулы мы называем. В общем, делала я упражнения около возрождения, ну, 5 тибетцев. И что-то как-то закрутило шею таким образом, что она обратно никак никуда. И, ну, думала, пройдет. Никак. То есть по стеночке и все, голова вот крутится вот так. Потому что я была подписана, пришла мне Ирина Львовна, посоветовала, попробуй вот это. Так, боже мой, ни одного дня хватило, я даже не туда пропила, ушло, это было окружение. Чудо. Спасибо.
Мариночка, да, насладись. Я хочу вам сказать, что сейчас поделиться результатом абсолютно новый человек, то есть новичок, еще не партнер, вот послушайте. Меня зовут Елена, мне 56 лет. У меня диагноз протрузия позвоночника. 25 марта нагнулась и все, разогнуться не могу. Дома ходила 2 недели скрюченная, боль адская. Мы знакомы с Юлией Валентиновной. Я знаю, что у нее есть этот чудо-аппарат. До этого тоже как-то делала массаж. Обратилась к ней. Вчера сделала третий массаж, только третий. 2 на прошлой неделе, суббота, воскресенье. После первого массажа я выпрямилась. Я дома ходила вот так. Я выпрямилась. Сейчас я живу. Хожу ровно. И еще хочу сказать. Ну, конечно, спасибо этому аппарату. Наша семья тоже хочет его приобрести. Вот не знаю, как получится, у нас нет. И еще хочу сказать. У внука моего старшего задержка речевого развития. У Юлии Валентиновны мы тоже брали вот эти капсулы несколько раз. Давали ему. Ему сейчас вот 10 лет 11. Говорит, ну, конечно, не так, как хотелось бы, как вот все дети в его возрасте. Учится он в школе в 3-м классе, отличник, читает хорошо, голова работает только так. Вот. И еще мы брали где-то Феникс, тоже внукам тоже берем. Вот чуть они заболеют, этот эликсир, все, у нас болезни, ну, не так сильно, как раньше проходили у них. Так что пользуемся препаратами. По полной программе со всеми преимуществами. Спасибо. Да. Хочу вас познакомить с врачом. Тоже новичок. Так что давайте послушаем Николая. Уважаемые дамы и господа, я хотел вас в первую очередь, конечно, искренне поздравить с праздником, да, Благовещения. Самое главное, пожелать вам всем крепкого здоровья, душевного, физического, тепла и умиротворения. Немного о себе. Я начинающий, да, партнер. Приехав с Новосибирска в феврале, знакомая вот Елена, ну, в общем, за... у меня же проявились сразу же болячки, вот, за что я был списан по состоянию здоровья. Ну и плюс у меня неврология была, я не мог даже руки отвести вот назад просто. Ну, вот, встретившись, пообщавшись с Еленой, она меня выслушала просто и привела сюда. Честно сказать, у меня сначала было недоверие полное, потому что, да, ну, опять же, у нас старое мышление и все остальное. Но потом, послушав, и мне вот Светлана предложила сделать сеанс Бэма. Я сделал, и, честно, я вот встал, когда такое ощущение, что я заново родился. То есть у меня легкость какая-то, вот это вот все абсолютно, куда все ушло. Сразу же сделали диагностику абсолютно, да, над чем-то нужно работать, но эффект уже есть положительный, был уже после первого сеанса. И у меня когда, ну, медика, врача-хирурга, заинтересованность сразу появилась, я начал интересоваться плюс продукцией для себя, приобрел вот ВИНЖИ, кальций на опорно-двигательную систему аппарат. И все, я начал сотрудничать, общаться с ребятами. И вот, как правильно сказала, полностью поддерживаю уважаемый коллега, как ваш партнер там. То есть все через себя. Вот. У меня бабушка, вкратце, да, моя родная, я ей прямо насчет Бэма сказал, она такая, ой, мошенничество туда-сюда. Я говорю, ну ладно, как бы это ваше здоровье, все. А потом сидим, человек пьем, она такая, если честно, я боюсь электрического тока. Я говорю, да не бьет, говорю, он тока. Ну и все, и в общем, она просто подсела на то, что сейчас, а когда ты мне сделаешь? Ну это действительно так, поэтому, и плюс еще пример такой вот своей соседки, маме ей 76 лет, бабушка упала, слава богу, перелома не было, был сильный ушиб. 3 недели она была прикована к постели, ну и как-то вот так вот, слово за слово, я опять же за Бен сказал. Все, сейчас вот она говорит, господи, как хорошо, что ты появился. Она начала ходить, вот просто двигаться. Недаром говорят, движение – это жизнь, жизнь – это движение.
Ну, много у меня колоссальных чувств и эмоций, и если я прям вкратце можно, в знак благодарности у меня сразу же появилось вдохновение, посвященное вот корпорации. Я сочинил буквально на днях вот собственного сочинения «Благодарность». По дню мы получаем напряжение, частицу здоровья теряем свое, итог один и очень печальный. Болезнь зарождается в нашем теле людском. Но выпал шанс, один из миллиона, чтобы людям помогать, оберегать их от болезни. Морально, духовно, физически, во всем. Всемирная корпорация ФОХОУ этим занимается от души. Я искренне выражаю благодарность генеральному директору, кто стоял у истоков, всем сотрудникам, коллегам, да просто людям, кто частицу свою вносит в это все. Положительные эмоции, чувства я ощущаю. Дай Бог вам здоровья на долгие года. Я хочу вас познакомить с этой необыкновенной, красивой, молодой женщиной. Она прошла через огромные трудности, и сейчас она расскажет. Здравствуйте. В компании вы уже 6 лет уже, но не на радость сейчас, какое здоровье. Но главное, что случилось в моей жизни, 15 лет, все изменилось с моим здоровьем. Начались приступы, болезнь определили, эпилепсия. Экзамены не могла сдавать, ночами на полу оказывалось, следы от ногтей. Ой, ужасно, что было. Но в Саратов боялись отпускать, как и в Хвалынске жила. Да, как с такой болезнью отпускать. Таблетки 23 года принимала, то одни, то вторые, ничего не помогало. Работу здесь устроилась в Саратове, это в больнице. Теряла сознание, в больнице только могла очнуться. И благодаря Надежде Моисеевне, которая привела меня в компанию, нет, Наташа, надо тебе попасть, попробовать нашу продукцию. Но сначала не поверила, сначала с линжи. И вот. Линджи как спасло меня. За год и 8 никаких приступов. Со временем меньше становились, все записи вела. А через 2 года, с 18 по 19 год, все, с 19 года никаких нету приступов. 5 лет у нее не было ни одного приступа, который много лет ее преследовало, и она могла идти. Просто падать и потом очнуться в больнице. Это да, было сознание теряло, голоса слышались, прям отключалась, руками водили. Это не передать. Какие. И еще на эмоциональном состоянии у нее была такая быстрая возбудимость. Сейчас она может спокойно с любым человеком говорить и не впадать в это. Чуть волнение сразу трясло, когда. Заключительно скажу результат пробы. Знаете, он включает в себя все физиотерапевтические процедуры на дому. Вообще не нужно ходить в больницу, не нужно ходить к косметологу, здесь все есть. Это аппарат, имеет сертификат бытового прибора. У нас есть дома холодильники, мы его открываем с удовольствием. У нас есть микроволновые печи, у нас есть много бытовых приборов. Это тот прибор, который тоже должен функционально стоять в каждом доме. Потому что ситуации разные бывают, да? Не такие сложные, допустим, как у Наташи. Но все равно мы хотим что? Мы хотим быть здоровыми. Хотим, профилактика нам нужна. Мы хотим быть красивыми. Профилактика нужна. Здесь есть еще накладки. Знаете, я тут на днях поделала себе накладки. И, ну, обычно ходишь и ходишь. А теперь вот у кого БМ есть, попробуйте себе поставить накладки и пройтись. И вы увидите такую легкость движения, просто колоссальная. Поэтому это чудо-аппарат всем нам в дом. И еще, конечно, тема и прокраска. Не зажег? Нет, ее паблик пустит. Еще тема и прокрасный массажер. Хочу сказать, что в течение дня мы все устаем. В течение дня мы сталкиваемся с разными людьми. Энергетика у всех разная. Мысли, формы у всех разные. И мы хватаем, да?
И когда приходим мы домой в конце рабочего дня, у нас состояние часто как выжженный лимон. Что нам надо сделать, чтобы быстро восстановиться? Знаете что? Включайте тим, ложитесь на 20 минут. Потом в совершенно спокойном состоянии у вас приходит состояние, ваша аура защитная, да? У вас приходит в покое ваше психоэмоциональное состояние. У вас, вот мы сидим, мы горбимся, мы служим своим телефоном, да, мы наклоняемся. У нас весь позвоночник, все был в напряжении и не в той правильной форме, как бы должен быть по природе. Тим выравнивает позвоночник. Это то, что нужно каждому человеку. Это не когда заболеем, а когда нужно быстро восстановить свой организм. Там есть что? Магниты. Вы знаете, да? У нас есть закон всемирного что? Притяжение, тяготение и так далее. Вот именно в этой капсуле мы восстанавливаем свое биологическое, магнитное, эмоциональное. Вот все поля свои, инь-янь, кислотно-щелочной баланс. Мы улучшаем что? Метаболизм. То есть хотим посравнять в тим. Хотим наоборот вот фигуру придать, да, если она очень худенькая. У меня такие были случаи, когда девочки анорексичные ко мне приходили в Алмате. Я их прогоняла через тим, они говорят, или я, мы кушаем так же, но только у нас стали красивые формы тела. Мамочки раньше, за голову хватались, что делать? Я говорю, всех ко мне, всех в тим. А у кого есть и БЭМ, и сразу тим, тогда после того, как проделаете БЭМ, тут же кладите в тим. Что происходит? У казахов в древности было только две болезни. Кустииды – это когда с глаз, и сухтииды – это когда холод в организм входит. На самом деле китайцы говорят о том же. Ложимся сперва в БЭМ, восстанавливаемся, да, здоровье свое, и тут же в тим, чтобы вот этот холод из организма, сырость, жар, влагу, вот это все патогенные факторы вывести. Тогда что происходит? Мы как огурчики, мы такие молодые и красивые. Теперь я вам скажу еще вам про молодость плюс. Когда вы, вот если у кого-то нету БЭМа, берите срочно БЭМ, приобретайте. Вот склад, вот директор, все отсюда сразу за покупкой. Смотрите, к этому обязательно докупайте молодость плюс. Что такое молодость плюс? В нашем теле, да, все у нас все-таки умные, все говорят, что в нашем теле есть что? Раковые клетки. Когда они проснутся, никто не знает, да? И поэтому, чтобы они спокойно себе уходили из нашего организма, у нас есть молодость плюс, потому что это профилактика любой онкологии. Как я поняла, как работает молодость плюс? Я начала принимать, и мне 47 лет, у меня так произошло в жизни, что был такой стресс сильный, и результатом чего пошли седые волосы. И так быстро пошли, и так ярко. И я думаю, что делать? Я начала усиленно пить молодость плюс. Во-первых, у меня те белые волосы сразу стали темнеть. Перестали уже выходить новые белые волосы, и сейчас вот я не крашусь совсем, и у меня быстро восстановились волосы. Но, знаете, я недавно ездила в Москву, и у нас было большое обучение, набор высоты называется. И наш главный амбассадор Тасбулат Мергалиев рассказал, что он сделал 23 массажа БЭМом и параллельно пил по 6 капсул утром молодость плюс, 6 капсул вечером молодость плюс. Ему 64 года. У него прошла седина, вернулись его жгучие черные волосы. Представьте? То есть кто хочет перестать красить свои волосы и вернуть свой цвет реально молодых своих красивых волос? Ну да, давайте вот. Вот кто хочет реально, вот реальности. Берете молодость плюс. Вот я об этом. Значит, что делаем? Массаж. Молодость плюс по 6 капсул утром, вечером. Вот вам готовый рецепт. На самом деле сейчас мы готовимся, уже все купили билеты, мы с нетерпением ждем годовщины в Москве. И 17 мая, кто с нами поедет, узнает о новой продукции. Вот я сейчас уже пью новую продукцию, она называется «Движение плюс». И это само название говорит за себя. Там нам расскажут, из чего состав, но я вам скажу результат. Мне изначально сказали, Алия, если будешь пить, то будет
тело будет сигнализировать, в каком месте у тебя проблемка. Бывает так, что если мы ходим, то вдруг в каком-то месте заболело, да? А здесь организм сам заранее тебе сигнализирует. Посмотри на это, там что-то происходит. И поэтому мы ожидаем скоро новинку, которая называется «Молодость плюс». Я начала, когда пить эти капсулы. И движение тоже. И движение плюс. И знаете, когда я начала пить, я начала в теле чувствовать, так, вот тут, ага, вот тут. И такая у меня радость переполняет, да, а потому что я продолжаю пить, ты по 3 капсулы, да, утром, вечером, и мое тело будет более активное, более подвижно и восстанавливается. Если есть у нас проблемы с суставами, да, есть проблемы с суставной жидкостью, да, не надо делать теперь никаких уколов, скоро будет спасение нам всем. У кого есть проблемы с костной тканью, да, у кого есть с мышечной, у кого есть проблемы с хрящиками, вот, то есть вот это все восстанавливает скоро новый продукт. Мы ждем новый продукт, который заменит кофе. Все мы знаем, что кофе имеет, он такой вкусный, он такой ароматный, он такой вот супер классный, но все равно у него есть что-то. Он вредный. Что он вредный, да, вот видите. Да. Не вредный, он вкусный. В компании Фухо будет новинка, которая будет так же вкусно, так же ароматно, но при этом для здоровья полезно. И еще что мы ждем, никто не знает, потому что это вот так будет интересно, 17 мая. 18 мая – это праздник, да? 19 мая – это, конечно, мотивация мощнейшая. Вот. И закончу я свой результат тем, что сейчас у нас идет пост, который называется «Ураза», месяц Рамадан идет. Я его держу. Что я делаю? Для того, видите, как я, да? Какая я активная. Как я это поддерживаю? Все очень просто. Я, послушав Тасбулата, у меня раньше было 3 капсулы утром, я стала пить 6 капсул «Молодость плюс». Потом, значит, 2 капсулы «Линджи» я начала пить. И 3 капсулы «Движение плюс». И таким образом я весь день активна. Ты скажешь, что ты не кушаешь. Да, при том, что я целый день до заката не кушаю. Так что вам рекомендую всем. На одних капсулах утром я выпила, немножечко покушала. То есть не хочется много кушать. А голова не кружится? Ни голова не кружится. А, вот видите, я активна. Очень даже. Да. Так что спасибо вам большое. Применяйте продукты. Спасибо. Ну, я не знаю. Нужна тебе маска твоего активного использования препаратов. Вообще, что можно изменить в этой красоте? Давайте чуть-чуть скажу еще. Прибор показать. Я хочу вас познакомить. Это не простой человек, это профессионал. Не будем. Ежедневно. Сколько людей, которым она помогает с помощью биоэнергомассажера. Вот, я поставлю тем, кто хочет посмотреть. Mm-hmm. Просто, ну, так вот просидела, послушала, замечательные результаты, потрясающие. Спасибо большое, Лия. Она вообще молодец, так преподнесла всю продукцию, что просто вообще, как она ее применяет, я очень рада. Я работаю с БЭМом каждый день, много людей через меня проходит, поэтому еще хочу добавить вот что. Я до этого очень хвалю этот прибор, говорю, что это чудесное, замечательное, что это творение. Называю и БЭМ, и ТИМ творением. Это то, что сотворили китайцы, то, что Вселенная им дала возможность сотворить для того, чтобы мы потом применяли его к себе, к людям, к окружающим, и меняли их жизнь, меняли их здоровье в лучшую сторону. Вот я смотрю, передо мной очень много девочек, с кем мы вот сейчас недавно проходили мастер-классы, и ребята, ну потрясающие результаты с первого раза. С первого раза. Вот если потом, в следующем, может быть, у нас будет встреча, покажем наши, с позволения, модели. С первого раза мы убрали, прям с одного сеанса видим изменения в спине. Кифоз ушел. Нет у нас, да, тут Светочки сейчас. Вторая модель у нас была Танюша. Ну там тоже чудо было из чудес. Шейно-плечевой тоже с первого раза изменения. По ощущениям, ну, и визуально это видно, и по ощущениям человек замечательно себя чувствовал. Третья модель у нас была Маргарита. Ноги уменьшились. Ну, вот в два раза. Все, кто здесь, да, в два раза.
Знаете, вот у нее очень сильная отечность, вот представляете, вот такой был размер, а человек ушел с одного, после одного сеанса БЭМ, вот с такой ножкой, вот с такой, да такой. Фото есть, все видели, это даже никаких отечность, отечность, и плюс у нее проблемы, у нее стопа балерины, то есть ну, постоянно человек неправильно ходит, нагрузка на все абсолютно органы, да. И на, у Маргариты видно было, как поясница разошлась, прям с первого сеанса БЭМ. Ну, мы немножечко, скажем так, добавляем знаниями медицины, и китайской медицины, и нашей. То есть я к медику вот конкретно обращаюсь. То есть мы включаем, у нас вот на всех наших мастер-классах, здесь вот плакаты с меридианами, да, то есть вот биологически активные точки, меридианы. И у нас в телефоне всем сразу рассылают наши мышцы, кости, то есть как мы работаем, помимо того, что кроме энергетики, кроме энергетических каналов работает во время сеанса БЭМа. Так гораздо проще понять, гораздо усвоить проще людям. И ну, когда, вот, например, проходит этот сеанс, да, человек выходит и говорит, вот у меня шейно-плечевой болит, у меня там то болит. Я ему говорю, посмотрите, ну при чем здесь плечевой? Вот, вот у вас мышцы здесь тянет, да? Мы сейчас поработаем с вашей энергией, а потом поработаем с вашей мышцей. И у вас не работает с шейно-плечевым отделом, только поясничный. Раз, и расправляется. Что вы делали во время шейно-плечевого? Что мы делали? Мы ребра, мы диафрагму освобождали, да? И что у нас? Пищевод тянет диафрагму. И у нас здесь вот этот горб, который образуется, вот, пожалуйста, он вот из-за того, что пищевод тянется сюда. Диафрагму подняли, шея распрямилась. Очень все интересно. То есть вот в ваших руках просто чудо. Вы берете его и работаете с ним, усовершенствуете себя, делаете здоровее, сделаете более здоровым, делаете более красивым, более молодым. Естественно, кровоснабжение улучшается, трогер кожи, цвет кожи, волосы начинают расти более активно, потому что кровоснабжение в голове. Насадкой работаем, лицо просто становится блестящим, оно светится изнутри. Идет активное ультразвуковое воздействие на наши клетки. Я вот физик по первому образованию, я вам могу сказать, что ультразвук — это чудо, конечно. То есть он настолько активирует работу всех клеток, что мы потом реально сияем. А еще не забываем о традиционной китайской медицине. Что это такое? 5000 лет. 5000 лет люди копили вот эти вот, чтобы мы сейчас вот это все пили и ели. 5000 лет они собирали информацию. Травку каждую там узнавали, сочетали и все остальное. И вот только благодаря им мы уже сейчас можем жить долго, молодо и счастливо. Поэтому, ну, сами понимаете, разве можно вот этим не воспользоваться? Разве можно не верить в это? А уж БЭМ, ну сколько ученых на это потратили свое время, энергии, силы, тепло, что-то на них вот я убираю подальше. Вот, поэтому, друзья, много лет работаю уже с БЭМом, ну не очень много, он появился только в 2018 году, но вот как пришла в компанию, я изумруд, там как это, вип-партнер, все остальное. Вот. Очень много работаю с БЭМом, много людей, и ни одного человека, который встал, вот, например, после массажа, не сказал, что ой, что-то я вообще не понял, ну вас. Работаю сейчас, вот у меня новый кабинет. Девочки в соседних там тоже кабинетах работают. И вот они говорят, Юлия Владимировна, от вас выходят люди, улыбка до ушей, все счастливы. Товарищи, медики, эндорфинный массаж. Эндорфин в большом количестве, поэтому мы счастливы и довольны, помимо всего прочего. А что такое эндорфины? То есть это гормоны, которые счастье. А счастье — это что? Это то, это чего все. Мы каждому желаем. Здоровье, здоровье, счастье, да, то есть долголетие, удачи, все дела. То есть вот это здесь есть. Вот, пожалуйста, вот два, вернее, компонента есть. Ну, с удачей не знаю, может, тоже. А кто купит, будет работать, у него появится бизнес, если, например, будут, ну, скажем так, читать много, знакомиться с людьми, учиться, обучаться. Не просто взяли там, пошли и что-то сделали, а сделали это все с головой. Выпили линджи, вот это, сразу у нас как это, стукнуло тут, что нужно учиться. И не просто учиться, мы запомнили все, что нужно, все движения, все, скажем так, как применить, как вот чуть-чуть подумали, а почему, если вот я шаг вправо сделаю, почему бы вот мне его не сделать, да, чтобы, например, я не просто получил такой результат, а как это, плюс результат. Вот. Ну, в общем, все, я в 22 словах сказала все, что хотела. Все, благодарю. Здравствуйте, здоровья. Спасибо огромное. Спасибо. Наслаждайтесь.
На этой неделе очень хороший промоушен. Тот, кто приобретает прибор, получает еще аж 3 капсулы Сючинфу для нашей крови, для наших сосудов и так далее. Что ни говори, главное, чтобы было питание и кислород. Чтобы оно подошло к каждой клеточке, к каждому органу, к каждой ткани. И это важно. Это можно достичь БЭМом, а если использовать и БЭМ... Не, ну там постоянно, да, идет. У нас там идет бэк-вокал. А мы им не мешаем, ребята. Все хорошо. 3 упаковки, 120 капсул в каждой. То есть вот замечательный подарок от компании. И еще, так много говорили о том, что надо верить. Вот, ребята, а собаки и кошки, они что, верят, что ли? Ну, у них интуиция. Они кидаются буквально на нашу продукцию, получают результат. Нет как таковой веры. Системный прием препаратов, системное использование БЭМа и ТИМа, вот что даст результат. А откуда это все возьмется? Я разговариваю с своей тетей, она классная, ей 83 года, приехала день рождения себя в Саратове, тут собрать своих друзей на 10 дней. И я говорю: Вера Даниловна, уже пора, да, у тебя и прибор есть, у тебя уже и там всякие есть препараты, а ты все не веришь. Она говорит: да, я не доверяю. Я говорю: ну ты и дальше будешь не доверять, потому что у нас только 2 пути. Получение знаний, достоверной информации и пробы. Вот Мария Александровна, наш доктор, который в офисе, ваши друзья, ваши наставники могут делать вам пробные сеансы, дальше пойти да, по этому пути. Там, Юлия у себя там работает. Но даже здесь, в офисе, мы можем пригласить специалиста, квалифицированного врача. Мария Александровна делает пробные сеансы. Надо знать и надо пробовать. Вот и все. Вера – это хорошо, но можно даже и без веры. Мы делимся информацией, мы делимся своими эмоциями только для того, чтобы вам облегчить этот путь. Желание узнать. Более ничего. Желание узнать дальше, не бросить, не откинуть эту информацию, а наоборот, цепиться и узнавать дальше. Если у кого-то что-то не получается, я знаю, многие хотят какого-то результата, но не всегда его достигают. Мы не знаем, по какой причине. Господь Бог не дает, да? Судьба злодейка, да? Или наши мысли не то думаем, это тоже может быть фактором. Главное – продолжать. И тогда все получится. У нас с вами есть еще тема, как вернуть деньги. Как сделать... Да-да-да, результаты, 50 минут результаты рассказывали. А сначала вышло только 4, робко-робко, да? То по вызову, иди сюда. Как сделать так, чтобы вернуть деньги за прибор? Может быть, Алия прям вот реально в 2 словах, потому что мы будем с этим разбираться, мы будем с вами встречаться, мы же хотим получать знания, да, и погружаться в эту тему. Но просто буквально в 2 словах. Я свой прибор, я думаю, так же, как и ты, и не один прибор, купила и ничего не заплатила, ни за первый, ни за второй, ни за третий. Я думаю, у тебя такая же история. Поделись, что нужно сделать, чтобы прибор достался бесплатно. Отлично. Алия Сапашева, ведь партнер компании, да, наш большой помощник, а еще она путешественница, по городам и весим, несет весть о том, что можно быть здоровым. Я слышала, Алма, ты работаешь, да, у себя на родине, да, и здесь в Саратове очень активно и очень здорово. Я точно путешественница, потому что я люблю делиться знаниями, которые у меня есть. И самая моя любимая тема – это бизнес, маркетинг корпорации FOHO. Чтобы не вдаваться в цифры, я хочу, чтобы вы все освободили руки, освобождайте руки, все. И сейчас буквально мы проговорим какие-то фундаментальные вещи, вот как говорится, да, 8 пунктиков. О бизнесе корпорации FOHO. Я вам буду просто объяснять. Вот смотрите,
Сколько у нас новичков? Поднимите руки. Вот новички, я сейчас буду на вас работать. Смотрю. Все, отлично. У нас много новичков в зале. Смотрите, что происходит. Вот вы сейчас пришли на это мероприятие, послушали о продукте, послушали результаты, вдохновились и думаете, что делать дальше. Есть такое? Конечно. Что нам делать дальше? Следующий факт. Вы думаете, чтобы зайти сюда, в компанию Fuhou, вам нужно вложить что? Средства. Да. Так, хорошо. А кто думает о дальнейших возможностях? Кто думает? Да? Ну, конечно. Потому что мы, услышав результаты, уже никаких сомнений нет. Все знают, что все получат свой результат. Стойкий, классный, никогда не будет возврата. То есть, чтобы вы понимали, один раз решив свою проблему, вы никогда уже не вернетесь в ту ситуацию, в которой была когда-то, когда вы пришли в компанию Fuhou. Поэтому, когда вы заходите, вас что ждет? Берем ручки. Низкий порог входа. Низкий порог входа. Николай? Низкий порог входа. Павел? Низкий порог входа. Что это значит? Дело в том, что мы все разные. Финансовые возможности у нас разные, задачи у нас разные. Если у нас профессиональный массажист, он думает о биоэнергомассажере как инструменте бизнеса, он думает, его приобрету и буду делать массаж, облегчу себе жизнь, увеличу стоимость своих услуг, да, и увеличу количество клиентов, потому что я буду всех от мала до велика принимать, такой вот диапазон, да. Нет такого, что я приму или не приму. Можно принимать всех, да? И что еще? У него, у аппарата эффект лечебный гораздо выше, чем просто ручной массаж в 10 раз. Один БМ-массаж заменяет 10 ручных массажей. Поэтому, что он думает? Сколько бы ни стоило, я это беру, потому что у этого низкий порог входа, он один раз берет. И второй момент. Если вы берете для дома, да? У вас дома кто есть? Дети есть? Есть. Супруг, супруга, родители есть? Тетушки, дяду, друзья, подружайки, все есть, да? Вы когда берете аппарат, вы думаете о том, что это только для вас любимых или для вашего окружения? Вы понимаете, да, вы сразу смотрите, ага, вот это, у этой вот это, а у этой вот это, а у этой вот, у этого варикоз, у этой гипертония, у этой там проблема с псориазом, которую никогда не решит, если только не наш БЭФ, да, или там смотрит, какие-то аутоиммунные процессы уже запустились, что может помочь? Биоэнергомассажер. И человек, когда приобретает его, он понимает масштабность применения этого продукта. Он думает о том, сколько это стоит? Нет, он не думает. А если есть уже в семье проблемка у самого человека, у какого-то близкого, там, не дай бог, у ребенка, да, родитель думает о том, что сколько стоит этот аппарат? Нет, не думает он. И поэтому низкий порог входа, понимаете? И даже если он, ребенок только родился, можно этот аппарат оформить на ребенка, и он будет не просто владельцем этого аппарата, он станет для компании VIP-партнером. Понятно? Этот статус дается нам пожизненно. Вот возьмем ручки, вот так вот. Когда дался нам статус партнера, VIP-партнера, дальше будет PLUS-партнера, PLUS-партнер и так далее, у нас, или потом вот эти статусы нашего карьерного роста. Один раз дали, все уже, мы за комиссию не платим. Один раз купили БЭМ, стали VIP-партнером, нас пожизненно, что компания балует. Потому что, получив свой стойкий результат, да, мы будем делиться. Конечно. Наше окружение скажет, что с вами произошло такого, что ты решил свою проблему. Будет? Будет. А мы что скажем? Я знаю таких людей, которые вам расскажут, покажут и сделают этот массаж, потому что я туда пошел на мероприятие, я там услышал, я там приобрел в компании этот аппарат, имеет заводскую гарантию. Ты покупаешь не у меня, а у кого? Компании покупаешь. Гарантия производственная дается компании. Понятно, да? Легко? Легко? Взяли ручки? Легко? Просто, когда есть свой результат, когда вот, ну, понятно, что весь букет мы не можем по определению собрать, но вот
привели сюда. У каждого свой результат. Легко человек услышит тот результат, ту информацию, которая лично его касается. Понятно вам? Вот. И для вас это вот приобретение этого аппарата что является? Нулевыми рисками. Нулевыми. Взяли ручки. Нулевые риски. Это что такое нулевые риски? Когда вы заходите в аптеку, да, вам вот врач там список написал, и вот от этого вы берете. У вас есть гарантия того, что вы вылечите ту проблемку, с которой пришли? Нет. Покупая продукцию ФОХО, у вас есть гарантия, что вы вылечите то, зачем пришли? Да. 100% из 100. Поэтому что? У нас риски нулевые. Мы берем аппарат, мы берем препараты, и что мы получаем? Тот желаемый результат, ради которого мы сюда пришли. Правильно? Правильно. Все, идем дальше. Мы можем к себе относиться по-разному. Можем относиться к себе халатно. Ну, бежать по жизни, знаете, бежим, там тут заболело, там что-то там, тут стресс, там еще бежим дальше. И когда-нибудь это все равно наше тело нам скажет, стоп, а сейчас мне нужно восстановиться. Оно у всех говорит в разные возрасте, у кого-то в детстве, у кого-то в подростковом, у кого-то в такой глубокой старости. Но этот момент все равно происходит. Поэтому давайте не ждать этого периода, а взяли ручки, возьмем свое здоровье под контроль. Взяли? Взяли. Взяли свое здоровье под контроль. И мы не доводим себя до состояния болезни. А если уже это наступило, а мы все живые. Мы все вот так взаимодействуем, мы где-то можем цепануть, мы где-то можем там что-то там, не дай бог, упасть или еще что-то, да? Все равно. И у нас что сразу первая мысль? Ага, я, значит, упала, я, значит, первое выпью кальций, значит, я линжи выпью кальций, чтобы восстановить, да? Линжи, чтобы обезболить. Я там еще натяну для шейный фарадотерапевтический пояс, чтобы там быстрее пошла циркуляция крови, да? И потом быстрее что? Лечь под массаж. Понятно? Почему нужно уже этот арсенал иметь дома? Если что-то случилось, ну, допустим, внук побежал, упал, коленку себе разодрал, кровь пошла. Что бабушка делает? Быстренько достает гель алоэ, мажет ему эту коленочку, тут останавливается кровь, тут же идет что? Дезинфекция вся идет, и еще что? Быстренько кожа так вот стягивается, и даже рубцов не остается, что когда-то он упал. Понимаете? Вот так. Имейте все в запасе. Ну и смотрите, жизнь наша заключается в том, что мы покупаем за что? За деньги. Хорошо, мы купили этот аппарат. Мы стали пользоваться. Что в этот момент происходит? У кого мысль есть первая, как бы на нем заработать? Как бы сделать так, чтобы в те вложенные деньги в свое здоровье, они окупились? Это только корыстные так считают. А кто хочет оздоровить все человечество и всем рассказать бесплатно, как это все работает, как у меня это получилось, как стало, а я там... А за чашку чая с подружками рассказать что? Ой, а я была на мероприятии, а там рассказала одна женщина, как вот у нее там седые волосы перестали есть, и как там мужчина 64 года там сейчас брутальными волосами жгуче черными стал. Вот только капсул Молс плюс пьет. Все мы что? Мы что? Мы делимся. Ну как бы мы ни хотели, мы все равно взаимодействуем, правильно? Правильно. Что у нас в этот момент происходит? Всех куда надо? Всех в ТИМ. Всех в БЭМ, да? Как это у нас называется? Катай, прокатай, да? Давайте всех их. Всех на массаж. Что они получат? Что они получат? Они получат. Вот сейчас вот объясню. Вот мы можем говорить, да? Мы можем говорить сколь угодно. Но до человека когда доходит быстрее? Ток доходит быстрее, до головы быстрее? Когда
ощущение проходит быстрее, когда мы перчатками ведем для этого человека. Да мы сколько хотите можем рассказать ей результаты, пробуем, протим, пока он не ляжет, пока он не попробует. Что у него в этот момент? Он говорит, о, точно, она же мне говорила, что я это физиотерапевт на дому, и не, вообще никуда не надо ходить, я дома хочу это получать. Да? Жена, иди сюда, давай быстрее, учись, будешь мне делать, я тебе буду делать. Классно? И тогда что в этот момент происходит? Тот человек, которому вы рассказали, он покупает где? В компании. Он что? Оплачивает куда? В компанию. А что получаем мы? Ну-ка, достали ручки. Причем неиссякаемый источник дохода. В компании FOCO 12 видов дохода и 13 промоушен. Кто хочет узнать, приходите на мои школы, я всегда каждую среду в 16 часов веду, и я вам об этом подробно расскажу. Да? И давайте еще такую вещь скажем, что мы можем лечиться годами, десятилетиями. Есть такое? Аллергики вообще могут всю жизнь, да, с этой аллергией лечиться. Но придя в ФОКУ, пройдя очистку, регуляцию, восстановление, он навсегда избавляется от любой аллергии, какая бы у него ни была. На кошки, на пыль, там, на еще цветение какое-то, еще что-то там, да? Почему? Потому что компания говорит, не волнуйтесь нам, партнер. Мы такое даем, что он, с чем бы человек ни пришел, он с этим справится. Поэтому... Что у нас? Ну-ка, давайте ручки поднимайте. Что у нас? Что происходит? Мы сокращаем время до достижения результата. Мы можем годами с вами лечиться, и только придя в компанию FOCO, пропив продукцию, мы сокращаем это время. У нас что есть? Много ресурсов. Да, финансовые ресурсы, но самый главный ресурс в нашей жизни какой? Время. Ну и давайте в заключение я что скажу, один из главных. Помогая другим, мы помогаем что? Себе. У нас у казахов есть такое слово, называется сауап. Это когда мы бескорыстно, помогая другому человеку стать здоровым, мы от Всевышнего получаем сауап. Понимаете? Это не то, что вот... Пусть она придет ко мне на БМ, если купит, я там заработаю 22 тысячи рублей с первой рекомендации. Нет. А мы думаем о чем? У нее проблемка. Блин, она просто не знает этот БМ. Она сейчас придет, попробует, и она оздоровится. И даем право ей выбора. Выбрать идти по пути здоровья или остаться там, где она есть, да? И не осуждать. И поэтому, если... Наша задача что? Дать информацию. И у человека есть что? Право выбора. Поэтому, когда мы, чем больше мы даем, да, тем больше мы что? Получаем. Помогая другим, мы помогаем себе. И я знаю, вы можете сказать, Алия, у вас международный бизнес, у вас 148 партнеров из 7 стран, вы такая вот молодец, вы так красиво говорите, я не умею. Может быть такое? Может быть такое. Поэтому что мы говорим? Линджи раз. Еще что есть? Вот есть Ирина Львовна, есть Юлия, есть я, Света, Юлия Валентиновна, Мария Александровна, Лариса Васильевна, Татьяна. Здесь столько лидеров, которые для ваших гостей также с удовольствием расскажут, понимаете? Мне без разницы, я вот сюда встаю на сцену, вот у меня есть Павел пришел в прошлую среду, Николай позапрошлую среду приходил, они только новички, но они уже приходили и слушали, как здесь можно заработать деньги, понимаете? Это точно так же, за каждое действие мы получаем обратку, понятно? И поэтому, что в нашем бизнесе? Еще раз приготовили ручки, подытожим. Низкий порог входа. Потом что? Кто вспомнит? Что еще? Нет комиссий.
Потом что? Нет рисков. Нет рисков. Легкий бизнес. Да. Неиссякаемый источник дохода. Берем здоровье в свои руки. Помогая людям, мы помогаем себе. Все, я вас благодарю. Я вас благодарю. Сейчас все получат, конечно, подарочки, но нам надо сфотографироваться, как мы, вынести, как затрясти. Как же меня